мотоцикл Zonshin. Вот такой вот. Зеркал у него нет. Куплены вот такие зеркала. Здесь болт на 8. И никак не получается пристроить. Сейчас я буду это дело устранять. Пристраивать зеркала. Уже собирался точить переходники под зеркала. Но вспомнил, что у меня есть ремонтные вертыши. Здесь 10-я резьба, а болт на 8. Самое время использовать вертыши. Вот такие вот вертыши. Они тут разных размеров есть. 3, 4, 5, 6, 8, 10 и 12. Вот мне понадобится на 8. По сути, это спиралька. Намотана из проволоки. Скорее всего, нержавейка. Сечение ромбиком. То есть снаружи как бы резьба и внутри резьба. С одной стороны имеется хвостик с такой зарубкой. За этот хвостик вворачивается и по зарубке обламывается излишек этот. Чтобы получилось все правильно, нужно, чтобы большая резьба была с таким же шагом, что и меньшая. То есть это восьмерка с шагом 1,25. И здесь должна быть десятка резьба с шагом 1,25. Проходим мечиком. Я уже прошел. Тут уже резьба есть. Сделал вот такой инструмент. Ну, по сути, кусок проволоки с прорезью. За эту прорезь зацепляется хвостик. Таким вот образом. И вворачивается в резьбу. Теперь надо надавить на хвостик, и он должен сломаться. Все, теперь здесь резьба на 8. Теперь можно прикрутить зеркало. Зеркало на месте. Такой вот легкий способ поставить зеркало туда, куда не получается его поставить. Ну и теперь также надо сделать со вторым зеркалом. Резьба там уже есть, и она как раз 1,25. Но надо ее пройти, подправить. И теперь можно прикрутить и второе зеркало. Вертыши заказывал в Китае на всякий случай. И вот сегодня они мне пригодились.